Более сотни велосипедистов попадают под колеса автомобилей в России каждый день. А с наступлением лета эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы избежать подобных ДТП, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Береги велосипедиста». Зачастую лица, которые управляют данными транспортными средствами, являются дети, либо несовершеннолетние, которые еще недостаточно знают и обладают навыками вождения транспортных средств. Недостаточно знают о мобильности передвижения, об опасности дорожного движения. Будем профилактические беседы проводить с данными участниками дорожного движения, ну и выявлять нарушения с их стороны. Сотрудники ГАИ будут рассказывать владельцам двухколесного транспорта, как правильно вести себя на дороге, где и как нужно переходить дорогу. Также полицейские будут инструктировать водителей автомобилей, чтобы те были предельно внимательны на дорогах. На дорогах все больше с каждым днем становится велосипедистов. Для того, чтобы они были готовы к их появлению и соблюдали правила дорожного движения с целью сохранения жизни и здоровья наших граждан. На дорогах нашего города этой весной произошло два ДТП с участием велосипедистов. На перекрестке Зерново-Садовой ребенок переезжал пешеходный переход на велосипеде. Его сбил автомобиль. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. В четверг на прошлой неделе у нас было зарегистрировано еще одно дорожно-транспортное происшествие уже с участием участника дорожного движения, который управлял средством индивидуальной мобильности электрическим самокатом. ДТП произошло чисто по его вине. Из-за того, что он в нарушение всех требований правил дорожного движения на дороге с односторонним движением двигался против движения при наличии тротуара, что и привело вот к такому печальному исходу. Стражи порядка рекомендуют родителям провести профилактическую беседу с детьми на тему правил дорожного движения. Такие акции сотрудники ГАИ планируют проводить еженедельно.